13 декабря в Дворце культуры «Энергетик» состоялся гала-концерт второго фестиваля конкурса детского творчества «Фабрика талантов» в Заинском муниципальном районе. Посмотреть на лучшие выступления заинских юных талантов собрался полный зал. В конкурсе приняли участие 408 самых талантливых детей города и района. По итогам первого этапа было отобрано 120 творческих номеров. Музыкальные руководители, воспитатели, дети детских садов совместно готовили номера в 6 номинациях: вокал-соло, вокальный ансамбль, хореографическое искусство, конферансье, театральное творчество, художественное слово. Жаль, духи французские. Мама убрала шкафчики на полочке, крепко заперла. Я бы весь вагончик выпрыскать могла. Самый долго пахнущий в группе бы была. В результате очень напряженной борьбы, а жюри действительно пришлось нелегко, настолько яркими и харизматичными были выступления юных участников, гран-при получил коллектив детского сада «Березка». В каждой номинации победители были награждены дипломами первой, второй, третьей степени и ценными подарками. Елена Маврина, Игорь Майоров, Александр Тимофеев. Новости Татарстана.